Как-то английский натуралист Альфред Рассел Уоллес обратил внимание на поразительный зоогеографический контраст между двумя индонезийскими островами. Несмотря на расстояние в 25 километров, фауна их была не похожа между собой более, чем, допустим, между Англией и Китаем. Так родилась линия Уоллеса, так родилось научное направление зоогеография. А еще именно Альфред Уоллес ввел в хрестоматийный обиход понятие дарвинизм. Альфред был весьма социально активным ученым. Он критиковал капитализм, горячо поддерживал суфражисток, был первым председателем общества за национализацию земли. Выдающийся ученый был глубоко верующим человеком. Вот одна из его цитат. «Вселенная представляется теперь настолько подавляюще сложным механизмом, что внушает большинству умов мысль о существовании высшей разумной силы – Бога, всюду проникающего и поддерживающего ее». Альфред Рассел Уоллес.